Всем привет-привет, мои дорогие! С вами Кононова Аня, проект Faberlic Online. И в этом видео я вам хочу сообщить, что я начала новую линейку Weekend. Это очень такая крутая по описанию линеечка, которая действительно мне очень нужна. Мне очень понравилось описание этой линейки. Эта линейка, я так понимаю, что она идет для всех возрастов. Да, то есть давайте вот с вами прям посмотрим всю аннотацию. Это кислородная косметика. Вся линейка говорит о том, что нам эта линейка помогает делать циркадный ритм. Циркадный ритм – это свойство работы всего нашего организма, включая клетки в коже. Стрессы, нерегулярный сон, динамичный образ жизни и даже постоянный контакт с гаджетами приводит к нарушению суточного ритма. В общем, это все, что у меня есть. Все, что перечислили, это все прям со мной случается, потому что я, честно вам скажу, чокнутая птичка, везде езжу, встаю, как когда попала, ложусь, когда попала, и делаю очень много дел, и постоянно, ну, может быть, в каком-то напряге, да, и нахожусь. И еще я работаю через интернет. Конечно, интернет – это реально, это возможно, это круто, мне понравилось. За 4 года у нас открылось 24 директора, плюсом более 85 директоров в глубину. И, конечно, я горжусь собой, своей командой, и это все здорово, но вот такая вот линеечка – это намек, что пора бы за собой следить. Вот, и как раз это камушек мой огород, и я ее сегодня вот начала, нанесла, и я вам могу сказать, что я от нее в восторге. Кожа отличная после нее, никакого, ну, такое легкое тепло было, конечно, от ночной масочки. Ощущения приятные, она не скатывается, она просто великолепная. И давайте с вами, значит, пойдем дальше. Значит, и, конечно же, проявляет признаки усталости наша кожа. И средства серии Weekend позволяют коже восстанавливаться ежедневно, независимо от нагрузок и регулярного отдыха. Вот это как раз мне очень захотелось испытать. Значит, она состоит из вот этих вот 5 средств. Да, то есть, ну, тут одно средство не указано в каталоге, но это тоже Weekend, как вы видите. И нету геля для век, поэтому я стала использовать вот этот вот гель с артикулом 0262. Вот, потому что это тоже не антивозрастной, и он мне тоже понравилась, вот эта вся линеечка. Значит, давайте же смотреть. Во-первых, состоит из системы глубокого увлажнения. Это увлажняющий гель для лица Aqua Boost 50 мл. Успокаивает обезвоженную раздраженную кожу, наполняет влагой и препятствует ее потере. Применять днем и или вечером. То есть утром и вечером мы можем поверх крема прямо наносить вот этот вот увлажняющий гель. Артикул 0139. Значит, вот он наш увлажняющий гельчик. Мне он очень-очень понравился. Он распространяется быстро, впитывается, не скатывается. В общем, очень хорошенькая штучка, я бы вам сказала. Да, прям офигенная штучка. Аромат у всей линейки еле-еле уловимая такая свежесть. Вот, значит, содержит активный растительный комплекс, бициклордин и вулканическую термальную воду. Далее, значит, восстанавливающий крем для лица, стирает следы усталости и повышает тонус кожи, защищает от агрессивных факторов окружающей среды, применять днем и или вечером. Этот кремчик я буду применять днем и наносить сверху вот этот вот увлажняющий гель. Далее, термальное восстановление, это восстанавливающая сыворотка для лица, 15 мл, повышает эластичность и упругость, моделирует овал лица, делая контуры более четкими, возвращает коже свежесть и сияние. Может использоваться самостоятельно или под ваш любимый крем для лучшего эффекта. Артикул 0138. Вот она, вот эта вот сывороточка. Она идет как водичка. Да, то есть вот видите, такая вот жиденькая. Идет как водичка, тоже быстро впитывается. Чуть-чуть есть
ощущение, что это гельчик, но это мгновенное прям ощущение. Лицо прям съело у меня всю эту сыворотку мгновенно. Я ее буду наносить утром и вечером под кремчики. Далее, значит, в составе еще идет вот такая вот очищающая эмульсия. С ней нужно умываться. Значит, способ применения у нее такой интересный. Нанесите эмульсию на лицо кончиками пальцев. Аккуратно массируйте, пока эмульсия не превратится в тоник. И умыть лицо водой. То есть вот такая вот умывалочка. Артикул 0141, 150 миллилитров. Тоже мне понравилось. Тоже очень такой приятный, классный аромат. И вы знаете, я прям в восторге. И вот она вот ночная маска. Значит, с артикулом для ночная маска для лица с артикулом 0137, которая запускает процесс восстановления эластичности и упругости, разглаживает мелкие морщинки, делает кожу гладкой и бархатистой. Артикул 0137. То есть эта серия направлена на улучшение цвета лица, на интенсивное увлажнение и на восстановление, да, то есть мелкие морщинки убирает, это значит хорошо увлажняет, потому что мелкие морщинки, это говорит о том, что кожа просит увлажнения. То есть вот если у вас есть мелкие морщинки вокруг глаз, их можно легко убрать вот этим же бальзамчиком, да, если морщинки не возрастные. Вот. И вся вот эта вот линейка, я от нее сейчас на данный момент в огромном восторге, потому что я пользовалась экспертом 3 месяца, когда эта линейка вышла. Но у меня получилось, конечно, 3,5, но это казалось так долго, и вот теперь я на нее перешла. Отличная линеечка на первый мой взгляд, да, то есть, ну, закончится она у меня быстро, я думаю, недели за 3, потому что я наношу и на декольте, и так далее. А, кстати, я вам еще хотела показать вот эту вот масочку, да, масочка просто супер, да, такая вот прям приятная. Я ее нанесла, подождала, ну, минут, наверное, 10 я ее подождала, и уже поверх вот этого вот, так, поверх восстанавливающей сыворотки я ее нанесла, и она вот у меня не скаталась, ничего. Она у меня сейчас на лице, лицо приятное, мягкое, ухоженное, напитанное. Я думаю, минут через 15 можно уже будет идти спать. То есть я снимаю это видео прям на ночь, после того, как вся эта линеечка весь день пробыла на моем лице. Очень классное ощущение, мне очень понравилось, и вообще понравился очень сильно аромат, его практически нету, это радует. В общем, очень-очень достойная линейка. Далее, что бы я вам хотела показать, это, кстати, мне пришло очень много сумочек из нового каталога, но сейчас не о сумочках, а то, что мне пришло. Итак, во-первых, это вот такие вот кроссовки я урвала на сайте. Прям викуськин размер. Хочу заказать такие вторые кроссовочки. Посмотрите, какие они классные, какие они шикарные, какие они удобные. Прям девичьи такие, да, темненькие, хорошенькие идут. Так, мы уже их примерили. Они мягкие, они хорошенькие. Вика перед зеркалом с ними кривляется. То есть ей они тоже нравятся. Качество отличнейшее. Стираться в машинке будут, мне кажется, что очень-очень великолепно, потому что все вот эти вот стразики, они вшиты, перешиты. Подъем ножки можно регулировать один раз. То есть вы можете зарегулировать. Можете даже тут пришить этот бантик. Ну, грубо говоря, сшить его ниточкой, чтобы он уже не развязывался у вас, и вот открывать сбоку, открывать, закрывать, и вообще просто классные кроссовочки. Вы посмотрите, какая красота. Стоит недорого, в магазине, мне кажется, такой красоты, ну, нету просто. Далее, так, кроссовочки артикул, значит, размер 29 я взяла, артикул 587, верх текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва резина. Так, артикул не вижу. Артикул 587. Очень красивые, я рада. Далее, вот еще такие вот туфельки. Я их уже заказывала, но Викина ножка выросла. И вот сейчас я заказала на размер больше. Прошлые она у меня очень сильно запнулась, так как это идет искусственная кожа, то так получилось, что она у меня вот запнулась прям вот
так вот выдрала себе прямо тут вот. Не знаю, ну, главное, что ноги целые, а туфли купятся. Вот, я так считаю, поэтому обуви я не жалею. И они ей уже были маловаты из-за того, что ножка, она вообще очень сильно у меня растет. Она, скорее всего, уже точно, ну, я в этом уверена, по крайней мере, в папу пошла, а папа у нас ростом 186, он высокий, и Вика мне уже по грудь выросла в свои 5 лет, и вообще очень такая высокая длинноногая дама у нас получается, и вот представляете, у 5-летнего ребенка уже размер 30 туфлей, вот это 29, ей они так впритык нормально, а вот это уже туфельки 30 размер, причем по длине они ей практически нормально, может быть пол мизинчика сюда вот войдет, но если эти туфельки надеть на колготки, то самое то уже все впритык практически. Я, мне кажется, что к осени они ей уже будут малы. Вот, ну, мое личное мнение, потому что сейчас солнце, мы ее свозили на море, она вымахала как лошадь у нас на этом море, вообще выросла просто. Туфельки нам очень в прошлый раз понравились, поэтому я, когда увидела, что они есть в наличии, я взяла и не ошиблась, и, наверное, закажу еще вторые такие. Вот, честно сказать, в компании Faberlic очень хорошая детская обувь, делают на совесть, делают классно, красиво, интересно, но выбор, конечно, очень маленький, и слава богу, что я вот села что-то заказать Виктории и вот наткнулась, да, на это. А так, по идее, ну, вообще, очень маленький выбор, очень мало что можно урвать. Значит, размер 30, артикул 50-119. Верх искусственная кожа, подкладка натуральная кожа, стелька тоже натуральная кожа и подошва резина. То есть внутри все натуральненько, ножка дышит, все хорошо. То есть как бы никаких нареканий к туфелькам нету. Если вот будут наличия, обязательно еще закажу. Очень хорошие туфельки. Далее я заказала вот такие вот маечки. Да, то есть это маечка для девочки, тоже уже взяла цвет белый, размер 122-128, артикул 510-020, 95 хлопок, 5% эластан. Они идут в таких вот классных упаковочках. Так, слушайте, а мне тут, наверное, и не открыть будет без ножниц. Тут еще и зип-замочек, я так понимаю, идет, да? Угу. Как мне этот зип-замочек еще раскрыть? В общем, не хочет раскрываться. Я разрежу, потому что все равно она у меня ее носить будет. А, вот такая вот маечка. Представляете, чуть бантик не срезала. Очень хорошая, мягкая, классная, симпатичная, приятная маечка. Ну, в принципе, майка как майка, да? Вот. И точно-точно такая же розовая маечка. Сейчас я вам скажу артикул. Так, артикул, тоже 122-128 размер, цвет розовый, артикул 510-026. Вот еще такую вот маечку взяла, очень такие хорошенькие маечки. Я посмотрела, я взяла пока что по две штучки, примерила на Викторию, она ей нормально по длине, по ширине, все отлично. Вот возьму штучек, наверное, по 10, да, то есть сейчас закажу штучек по 10, а в следующем уже каталоге, потому что в этом каталоге у меня очень мега много сделано баллов, вы даже не представляете сколько, поэтому я буду сейчас вот не знаю, как-то может экономить, но на сайте Faberlic, в принципе, можно много что найти, и детей, и мужей надеть. Вот, я в этом каталоге прям вообще разошлась, потому что, вот вы знаете, как-то такое чувство, что кончилось все, но еще нужно сходить вот в магазин, потому что сейчас размеры большой одежды, да, вы сами знаете, почему-то сошло все на нет, и получается, что... приходится некоторые вещи покупать в магазине, да, вот я хотела взять себе пиджак, и пиджаков в наличии нету, я ждала неделю, вторую, и возврат никто не делает, и вообще, и я хочу пиджак, да, к примеру, вот этот женский, такой же синий, ну, пойду в магазин теперь уже искать. Далее, хочу вам показать такую вот косметичку, это... идет косметичка мешок, коллекция путешествия 2019, артикул 117-58, материал у нее идет полиэстер. Не знаю, каких она размеров, но она не маленькая, мягкая, большая. В руках ее держать приятно. Я первый раз посмотрела, думаю, ух ты какая, да?
Ну, прикольная такая косметичечка. Да, тут есть съемная такая вот маленькая штучка. А внутри, значит, у нас идет вот так вот. Я не знаю, видно вам, не видно, да? Давайте вам смотреть. Значит, внутри идет такая вот как бы сеточка. Тут идут мешочки под что-либо. Ну-ка, давайте посмотрим. А, то есть, ну вот, смотрите, да, в принципе, входит отлично. Так, это может быть даже что-то типа дорожной, да, косметички. Очень классно. Все можно сюда поместить. Так. Вот такая вот она хорошенькая. Так, новенькая, не очень удобно. Да, то есть вот таким вот образом. И тут как бы еще идут резиночки, да? Так, а это что? А это... То есть вот такая вот она. И еще вот две резиночки под что-нибудь закрепить. Вот, потом вы, значит, все это складываете. И вот у вас мешочек такой симпатичный получается. И в этот мешочек... так, это можно ли отстегивать? Да, то есть это все отстегивается, на кнопочке идет. Кнопочка. И потом затягиваете. И все. Можно класть в сумку, можно, да, то есть дома хранить, то есть как вам захочется. Я считаю, что очень такой удобный, классный мешочек, толстенький такой. Упадет, ничего там у вас не разобьется, поэтому она и как дорожная подойдет. Далее, вот такой вот клатч. Очень интересный. Я его больше охарактеризовала как косметичку с такой вот кисточкой, тоже логотип Faberlic, клатч желтый, коллекция путешествия 2019, артикул 117-65. Ну что могу сказать, я не могу сказать, что он мне прям нравится, но дочка моя старшая сказала: мам, ты чё, классно. Но не пойму, что классно. Вы знаете почему? Он действительно стильный, все, но как я его должна держать? Так, что ли, как-нибудь, да, чтобы вот мне хочется удобно, чтобы он на руке болтался, да. Ну, а вот так, в принципе, очень даже удобный клатчик. Хорошенький, да, то можно туда и тетрадочку и все положить. Ну, не знаю, для меня это вот. Может, я, конечно, сейчас вы меня наругаете, но больше, наверное, папка под тетрадку. Под тетрадки похоже, если честно, чем клатч. Потому что мне неудобно с ним будет ходить. Вот, честно вам скажу. Далее я заказала вот такую вот косметичку. Эту мне косметичку тоже захотелось. Но это, по-моему, сумка, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрю. Очень тяжело узнать, я потому что вам хочу показать, как оно все приходит, в какой упаковке, как упаковано и так далее. Давайте будем смотреть. Значит, это у нас идет мини-сумка розовая, коллекция путешествия, артикул 117-62. Значит, материал полиуретан и полиэстер. Подкладка полиэстер 65%, хлопок 35%. Идет. Так, размер 18 на 10,5 на 6. Вот такая вот она идет, трехцветная, с ручкой, очень такой массивной, интересной ручкой. Ручка регулируется, отстегивается, если вы хотите, да, то есть вот по желанию. Пожалуйста, ручечку я вам сейчас отстегну. Давайте с вами все тут будем распечатывать. Так, да, вот идет регулятор. Так. Она нисколько не тянется, то есть можно сделать ее короче, можно сделать длиннее, то есть вы можете носить через плечо, через шею ее, а так просто можете носить. Тут есть такой вот кармашек, две кисточки по бокам, а в сумочке два отделения. Расстегиваются, как вы видите, в разные стороны. Так, тут вложена бумажка. Ну, вот эту сумочку, вы знаете, с удовольствием ее себе оставлю. Даже если я с ней не захочу где-нибудь на отдыхе или еще куда-то ходить, то я, по крайней мере, приобрету классную косметичку. А косметички всегда нужны. Особенно мне, я путешествую. Но вот сумочка, мне кажется, весьма достойная. Весьма такая классная, суперская.
Далее поехали с вами. Значит, массажер для лица вау-роллер подходит для массажа лица, шеи и воротниковой зоны. Мне кажется, с ним очень хорошо втирать кремчик какой-нибудь, да? Знаете почему? Потому что крем нанес и разносите потихонечку, и разносите. И, ну, не то чтобы тут смысл не то, что руки не марать, а то, что за однаким будет у вас массаж, да, то есть идет. И это тоже удобно, да, то есть вот сверху вниз по массажным линиям, да, идет тут какое-то вот защипывание и такое чувство, что он перебирает кожу. Очень такое интересное ощущение, как будто, видите, как будто захватывает ее, да. Ну, да, здорово, конечно. И можно все промять. По лицу очень приятно, прям очень приятно. Угу. И шею классно делать. Угу. Ну что ж, вот такой вот маленький, хорошенький, аккуратненький. Конечно же, хлордексидинчиком его нужно будет обрабатывать, или тоничком, чем-то таким, чтобы он не морался, да. Так, значит, подтягивает овал лица, обеспечивает лифтинг, повышает упругость кожи. Артикул 117-27. Разглаживает морщины, складки, улучшает микроциркуляцию, снабжает ткань кислородом, улучшает метаболизм в клетках кожи, выравнивает цвет лица, устраняет отеки, обеспечивает расслабляющий эффект, способствует лучшему впитыванию кремов и сывороток, ускоряет процесс проникновения активных ингредиентов в глубокие слои кожи. Так, тут есть даже меры предосторожности. Перед использованием массажера уберите волосы с лица. А, ну да. И область вокруг ушей, чтобы избежать запутывания. Угу. Материал пластик, размер 5×3,2×14,5. Срок службы написано 12 прям месяцев. Срок годности не ограничен. А значит, 2 сферических ролика массажера плавно вращаются на 360 градусов, массируют кожу без трения и лишнего давления. Вот еще бы они добавили, что это очень приятно. Вот это действительно очень-очень приятно. Прям по лицу такой кайф. Я бы вам могла сказать, мне понравилось вот это вот ощущение. Значит, для достижения максимального эффекта используйте массажер с косметическими средствами Фаберлик. Ну, понятно, наносите, значит, кремчик на лицо и пошли катать по лицу. Ну, ощущение, я вам скажу, что очень приятное. Мне понравилось прям. Вот. Угу. Я прям довольна этой покупочкой. Хотя у меня есть другой массажер розовый. Мне он тоже очень нравится, но и этим попробую. Розовый массажер, я имела в виду вот этот вот сейчас, да, то есть, слышите, не слышите, да, то есть он так вот вибрирует и тоже очень хорошо втирает. Мне понравилась вот эта вещь, но с ним надо и умываться, можно и наносить крем, поэтому этим можно крем наносить, этот поставить в ванну. Он идет тут на зарядочке, поэтому его хватает очень надолго. В ванной у меня, кстати, нет пока мойки. Мы делаем там ремонт, поэтому я осталась вообще без всего. Итак, значит, видео не буду делать длиннее 30 минут. Значит, следующее, что я вам бы хотела показать, это такая удивительная вещь, как овощерезка фигурная, овощечистка фигурная с артикулом 117-79, размер 18×5,5, получается на 2,5 сантиметра. Ну, видела видео, как девочки в чате уже ей чистят вовсю. Чистит она отлично, режет она только соломкой. В принципе, режется ей не особо удобно, но вот чистится ей удобно. Это точно девочки сказали, поэтому я как бы не пожалела, что я приобрела. Вот, будем, конечно, пробовать. Мне кажется, очень удобно. Взял морковку, раз-раз-раз. Ну, не знаю, будет ли удобно, конечно, картошечку. Мы посмотрим. Далее, вот такие вот спреи для цитрусовых с артикулом 117-77. Очень хотелось попробовать новиночку. И не пожалела тоже, что взяла. Очень интересно мне было попробовать, да, то есть, что там нам компания. Очень жалко, что не...
голубое, да, то есть мне бы хотелось, чтобы, раз уж компания Faberlic начала все голубое выпускать, то и это тоже бы хотелось голубым. Но это идет что-то типа, видите, тут резиночка, вы вкручиваете, допустим, это в лимон или в лайм, и уже можете нажимать и сдабривать там сок и все такое прочее, вот, и потом ставить этот фрукт на подставочку. Значит, и вот это вот тоже очень интересно, да, то есть одна подлиннее, другая покороче. Вот такая вот интересная штукенция. Жалко, конечно, ой, уронила. Жалко, конечно, что подставочка одна. Вот, значит, размер большого спрея 10 на 6 на 4,5, размер маленького спрея 8 на 6 на 4,5. То есть они идут оба такие вот с крышечкой. Ну, интересно, конечно, интересно. Мне кажется, что надо еще лимон, да, или еще что-то, ну, покатать немножко, подавить, чтобы соку было больше. Вот, ну, прикольно, конечно, да. Я видела такие штуки в магазине, постояла на них, посмотрела. Вот жалко, что подставочка всего лишь одна. Потому что, ну как, вдруг вот захочется... Ну, а может и не захочется, конечно. Может быть, захочется и чем-то апельсиновым или еще что-то, да. То есть там на стол, допустим, поставил лимончик и лайм. И сразу же выставил. И гости уже что захотят, то и сделают, да, с этим. Ну, посмотрим, конечно. Острая, довольно-таки крепкая, твердая штука. Вот. Моется, разбирается это все очень легко и просто. Не знаю, надолго-ненадолго хватит, но, на мой взгляд, по-моему, так крепкая. Так, дальше. Очень удивительная штука. Очень удивительная. Это набор для депиляции с артикулом 117-27. Тут есть большой держатель, маленький держатель, сменные покрытия, маленькие, большие. В общем, давайте с вами будем разбираться. И на этом, наверное, все уже. Остальное я вам покажу в следующем ролике, потому что еще пол коробки. Итак, значит, вот такая штука с какой-то вот... Угу. Я так понимаю, вот таким образом мы это все убираем. Это на палец, мне кажется, что убирать с лица, да? То есть там пушок, усики, если у кого-то есть, и так далее. Ну, давайте будем, не знаю, может быть, пробовать. Волосы у меня, в принципе, вот как вы видите, на руке есть. Этого я еще, конечно, не делала. Вот, давайте возьмем, наверное, так, способ применения тут написан или нет. Так, значит, покрытие абразивный материал. Так. Размер большого держателя 18,5, 7,5, 2,5. Значит, большие 5 штук. Что-то я не совсем пойму. А, этот уже на месте, что ли? Вот, знаете, не могу разобраться, к сожалению. Так, тут отклеивается. Тут отклеивается. А эта штучка... Ага. Это значит, я беру и прямо вот так вот начинаю убирать волосы, да? И что, они прям убираются, что ли? Не знаю, что-то мне по телу скребется. Какая-то интересная штука. Хм. Может быть, я что-то неправильно, конечно, делаю. Но я не понимаю, как это убирать. Надо почитать, наверное, было аннотацию в интернете. Но пока что... По-моему, так безрезультатно. Угу. Так, давайте-ка я, может быть, загуглю. Интересно, мне очень было интересно это посмотреть, как оно вообще работает. Но, если честно, мне непонятно. Я только руку натерла. Может быть, я что-то делаю неправильно. Так, сейчас я зайду на сайт Faberlic и прям при вас это дело все посмотрю. Так, так, так. Значит, артикул 117-24. Значит, это VIP-заказ. Стоит 221 рубль. И, значит, как применять? Для депиляции совершайте только круговые движения без сильного нажима, не воздействуя долго на одну и ту же зону. Кожа должна быть сухая и чистая, без косметических средств.
не применяйте на травмированных и раздраженных участках кожи. По окончанию процедуры рекомендуется нанести на обработанный участок кожи средство после депиляции. Значит, ничего не поняла. Так, состав. Держатель ПВХ, покрытие абразивный материал. Быстрое удаление нежелательных волосков на лице и теле. Удобно воспользоваться в путешествиях. В комплекте большой-маленькие держатели по 5 самоклеящихся сменных блоков для каждого из них. Непонятно. Значит, беру и тру. Не сильно, не по одному месту. Ну вот что-то немножечко. Да нет, вообще нисколько, если честно. Не знаю даже. На лице и теле. Знаете, я не понимаю, как этим делать круговыми движениями. Не знаю, на мой взгляд, бесполезная штука. Как ей пользоваться, я вообще не пойму. Может, вы мне подскажете? Я не знаю, у меня первый раз, скорее всего, такое, что я действительно, мне было очень интересно попробовать, но непонятно, что это такое и с чем это едят. В общем, я не знаю. Может, я что-то делаю не так, надо погуглить. Может, есть где-то идентичное, но непонятно мне. Ну что ж, с вами была Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Вот такой вот сумбурный обзор заказа. Спасибо всем за внимание. Я, конечно, в шоке. Если вот это с этим, да, к примеру, оно, да, действительно какую-то пользу приносит, то вот это давайте, может, вместе разберемся. Кто-то, может быть, уже из веб-консультантов заказывал эту штуку, и, может быть, у него что-то получилось, но у меня получилась только красная рука, и ее даже щипет немножко. Ну что ж, всем пока-пока.